В Зуевском доме культуры вчера прошла очередная встреча представителей администрации Харцевска с жителями поселка. О том, что волнует зуевчан, в нашем следующем сюжете. Председатель городской организации «Экодействие» Владимир Выгонный снова бьет тревогу. На этот раз причиной для беспокойства зуевчанина стала шахта имени Ткачука, которая, по словам Владимира Ивановича, подготовлена к затоплению. Замглавы администрации Харцевска Виталий Смык сообщил, что экологическая экспертиза не проводилась. Соответственно, утвердительно ответить на вопрос о последствиях затопления сегодня невозможно. Но обращение в прокуратуру руководство Харцевска подготовило, чтобы не допустить беды. Еще одна тема, горячо обсуждавшаяся на встрече – степные пожары, со всех сторон подступавшие к домам зуевчан пару недель назад. В то время, когда одни пренебрегали элементарными правилами пожарной безопасности, другие боролись с огненной стихией. По счастью, благодаря слаженной работе пожарных и самоорганизации ответственных посельчан, в самой Зуевке все обошлось. Выгорели только окрестности поселка. Мы стоим, столб пламени слева в сторону теплиц. Сплошной стеной, метра два огонь, дым, и там где-то далеко работает единственная машина, расчет ребят. И как быстро они с этим справились. Отбили. Эта ночь была сумасшедшая. Люди, давайте запасайте воду, давайте хлопушки, шланги вытаскивайте. Это поля, это стихия, это, ну скажем так, честно, да, у нас и глупых людей очень много, которые просто побаловаться захотят и так далее. Тут вопрос очень серьезный, это жизни и это имущество. Ваше. Августовский урок, преподнесенный огненной стихией, зуевчане наверняка запомнят надолго. И в следующем году история вряд ли повторится, выразили надежду власти Харцевска и Зуевки.